Так, ну, рыжий цвет у минералов в московской синей кризе, конечно, не может не привлекать внимание. А по той простой причине, что в московской синей кризе очень много образцов с кварцином, халцедоном и кварцем. Вот как, допустим, вот конкретно в этом образце мы наблюдаем. Сейчас, секундочку. По восьму. Итак, что мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем замечательный кварцин, халцедончик, ну и, возможно, вот там вот внутри кристаллики кварца, но, хотя, мне кажется, нет, это все кварцин будет, кварцин и халцедон. Вот смотрите, такой вот замечательный агатовый рисунок складывается из халцедона и кварцина. Здесь вот тоже видно. Отличный образец. Очень типичный для Московской области, для московской синей кризы. И можно его попробовать пораспиливать, пошлифовать. Ну, в общем, поизмываться как душе угодно. И что-нибудь очень интересное из него получить. Здорово, мне очень нравится. Такое ощущение, что это фрагмент стенки какой-нибудь жеоды. Хотя, с другой стороны, судя по оконченности краев, может быть, это даже фрагмент жилки. Как вы считаете? В общем, в любом случае, вот этот вот фрагмент образовался в полости, скорее всего, в известняковой полости. Не, ну здорово, мне нравится. Смотрите, вот он и на краях просвечивает. Класс. Ну что ж, я пойду дальше. Вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А я, если что-нибудь интересное еще найду, обязательно сниму и покажу вам. А этот образец я, пожалуй, заберу таки с собой.